Привет, дорогие друзья, с вами Грув. Уже целых 3 года я на самом деле вещаю на просторах Ютуба. Даже больше, ну да, да больше, наверное. Да. Больше, чем меньше. Вот, и каждый год я старался вас поздравлять с Новым годом. И вот сегодня я думал уже, поздравлял уже вас как президент. Просто от себя поздравлял, говорил какие-то теплые слова. Сегодня я решил сделать экспериментальное видео. Я посмотрю свои предыдущие поздравления за Новый год и как-то постараюсь их откомментировать. Что-то пошло не так, что-то было здорово. Где-то, может быть, что-то смешно сказал. Постараюсь вырезать самые смешные моменты. Может быть, оттуда, если они там хотя бы были. Вот. Ну, а на протяжении всего этого времени я, во-первых, хотел сказать спасибо тех, кто меня поддерживал весь этот год. Их никнеймы будут светиться огнями во время того, как я буду делать это. Подведу какие-то свои итоги уходящего 2016 года. Ну и скажу, что там запланировано уже в ближайшем будущем. Надеюсь, вам понравится, ребят. Давайте посмотрим. Дорогие друзья, я рад поздравить вас с наступающим 2015 годом. Вот это звук. В уходящем году было очень много событий. Релиз ХС-а, выход Накса и выход дополнения Гоблины и Гномы. И мне было очень приятно на протяжении всего этого времени делать для вас видео и обзоры. Хочу сказать спасибо в первую очередь вам, дорогие друзья, ведь если бы не было вас, не было бы и канала. А сейчас мы отправимся на пляж. На пляж. Все на пляж, дорогие друзья. Дорогие друзья, вот мы на пляже. Спасибо вам за то, что вы смотрите мой наш канал. У нас теперь есть вон замечательный фон пляжа. До сих пор он. Замечательная камера. До сих пор фон пляжа. Который я могу вам замечательно передавать информацию, которую я с удовольствием. Сейчас другой, по-моему, микрофон. Снимаю. Я уже пьяный, не могу ничего комментировать. Я это не видел. Прикольно, с похмелья, короче, вот на пляжу. Отличное поздравление вообще, о чем? Ладно, о чем друзья, вообще поздравление? Я прощаюсь с вами, удачи в новом 2015 году. Пока-пока, друзья, пока. Обязательно подпишись на канал ХС Груви и поставь лайк. Обязательно, обязательно. Спасибо, было забавно. Было забавно, а что у нас? Посмотрим, что было в прошлом году. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Грув, и это мое новогоднее поздравление вам. Давайте посмотрим. Хочу пожелать вам в новом году хорошего настроения, счастья, радости, удачи, успехов в играх и всего самого наилучшего. За уходящий 2015 год наше сообщество выросло аж на 22 тысячи подписчиков. Я за это очень благодарен вам. Здорово. В будущем 2016 году в моих планах это увеличение нашего числа подписчиков до 85 тысяч. Я постараюсь. Ты что, загнулся? За парень! Один год. За один год! Думаю, это реально сделать. И поэтому вместе. Ты обленишься и ничего не сделаешь. С моей стороны пытаться выпустить. Я тебе говорю. Качественный контент, чтобы уже прошел год. Нет, смотреть. Также не забываем о стримах, новых рубриках. Да, вот стрим, вот это правильно, да, говорит? Ну и о всем самом интересном, который будет нас ждать в новом году. Это какая-то дополнительная жизнь, можно сказать, что мне на самом деле очень приятно делать для вас. Бороду отрасти. За целый год бороду отрасти. Что ты сделал? Я бы хотел всем вот на полях Хэрстоуна достигать уровня... Все на поля. Ранга, точнее. Ранга легенды. Это сложно, конечно. На это нужно положить... Ты 3 раза не взял за целый год. На это нужно положить свое отношение к реальному миру и плотно заседать в рандомных играх. Я хочу, чтобы ваши родные тоже вас поддерживали. То, что вы там часик-два зелененькие сесть, забыться, поиграть в Hearthstone или другие игры Blizzard. Может быть, не Blizzard. Отвлечься от реального мира, позабыть все проблемы и окунуться в мир
фантазий, иллюзий. Если не было чудеса монтажа! Не было бы этого канала. Спасибо большое, что вы меня смотрите. Правильно. Удачи вам в новом году. Побольше побед. С вами был Грув. Увидимся в новых видео и стримах. Всем пока-пока, друзья. Скорее увидимся в стримах, в чем в видео. Держите от меня пятюни. И всего самого доброго. Пока. Че, наговорил я там? Три короба. На самом деле, я, в принципе, развивался долго. Долго и упорно. Сейчас, на данный момент, если подводить какие-то итоги, да, я планировал... У меня было в конце того года 22 тысячи подписчиков. Я планировал 85, но у меня это не получилось. Соответственно, давайте делать реальные прогнозы, и в следующем году у нас будет 68 тысяч подписчиков, чтобы мне потом не краснеть. Скажу по поводу того, чего бы я хотел добиться бы в начале. Ну, на ютубе 68 ставим отметочку, в следующем году зафиксировали 68 тысяч, а на твиче ставим отметочку в 45. По поводу платных подписчиков, ребят, спасибо большое, что сабскрайбитесь на твиче, вам огромный респект. У нас на данный момент 93 платных подписчика, если не ошибаюсь, и здесь я преуспел. За целый год у меня выросло количество сабов аж на 100. Ну, почти на 100, на 90. Вот, и в следующем году давайте поставим отметку в 180, в два раза. Я думаю, это у меня получается лучше всего как-то улучшать свои положения всего лишь два раза за целый год. Это на самом деле нормально. Напоследок вам чего-нибудь да нажелаю такого, чтобы потом через год, через пару лет поржать над этим. Ладно, давайте я вам пожелаю... Блин, я столько всего послушал сегодня, я даже не знаю, что такого вам пожелать-то. А давайте я пожелаю вам крепкого здоровья. Вот это, по-моему, самое главное, чтобы не болели вы, не болели ваши родственники. Чтобы вы всегда находили время на себя, на свои какие-то причуды. Вот, чтобы вы старались сделать все, чтобы вам было комфортно в этой жизни. Постарайтесь, не знаю... расслабиться, что ли, в будущем году. Хуже, понимаете, уже не будет. Мы каждый год говорим, что вот следующий год будет таким вообще супер. А на деле потом в конце говорим, ну вот, год был, знаете, копье тебе в спину тут не хватает, и так далее, и тому подобное. На самом деле не все так плохо. Я надеюсь, что в следующем году я останусь жив. Давайте по мелочам, мелочам радоваться. Вот, я хочу в следующем году жить. Еще, может быть, стримить в следующем году хочу. Может быть, у меня вон пополнение будет в семье, ребенок, чтобы живой, здоровенький был. Вот тоже это хочу. По-моему, уже много чего я хочу, если честно. Если загадать слишком много, то может и не сбыться. Вам, ребят, желаю успехов в работе, в жизни, в учебе, в творчестве, где угодно, где вы там занимаетесь или занимались, или будете заниматься. Хорошего настроения всегда, чтобы вы приходили на мои стримы всегда с позитивчиком, чтобы я дарил вам настроение. А так вас, ребят, с наступающим новым 2017 годом. Всем побед, удачи и пятюнчик всем. Пока-пока, ребят, увидимся в новом 2017, 2017 году. Пятюнчику. Надеюсь, санбоя не будет в следующем. Надеюсь. Без санбоя.